реакция моей семьи, друзей на видео. Яка красота. Оце мені теж подобається. Не отак круто. Да, розламіли кровать. От мені оце більше подобається, чим ото кровать. Ти відео показуєш? Так, відео своє показую. Тільки два стульчика треба. Я зовут Миша. Кіно дуже довге. Іди сюди. А кіно коли приходить? Кіно є, але воно півтори години йде дуже довго. Тебе покажу тільки своє відео. Покажи своє відео, а тоді нам кожен. Очі бачиш. Ой, ой, любой. Господи, твоя. Та хай би мені тисячу дав. Очі бачиш. Да, по трубе. Та всі знімають. А це хатин на мосту. І не хочу бути. Це в Росії. Самий великий стендап-даун. Трамплін в Росії. Міша, а де ти йому оце робив? Як оце те? По-перше, ж, я вже не плігала там. Але ж треба все змонтувати. Так, да, це монтується, знімається дуже довго, роками. Маргаритка, ти чого не дивилась? Дуже красиво, але й дуже опасно. Ні, це не так. Дякую. Це дитина поїде. Подивися, як Мішика там. Ну, Маргаритка, ти дійсно. Боже, це ж обіцяє. Міша, який ти умниця, але це ж треба мати силу волі. Я ж кажу, треба. Ой-ой-ой. Дякую. Що ти станеш? Що ти ще молодець? А що так хочеш? Їздити велосипед мати, це його. Він в мене велосипед, то я його візьму, то він в мене впаде, я його не втримаю. А то треба тримати велосипед, а ще. Треба вчитися, но. Ще потім самому заскочить, да, бабушку? Мама ходить їсти. Баба, поки... Як колись будеш мати час, то на півтори години скажеш матері, я прийду ходити. Хорошо, без проблем. Я занесу, став. Я не хочеш на трейлах потренуватися? Через дві неділі соревнування і будуть призи. Буде дві категорії, матери і про. Якщо хочеш, я тебе не тренірую, займеш третє місце хоча б. Що скажеш? Йдемо, попробуєш. Мам, попробуй. Пацан, це подобно треба забрати. І за нього переїжджають трампліни школьники, валюють верхушку, а мені строять потім. Уже із-за цього подона ввалили повністю верх трампліна. Тому що школьники змогли переїжджати. Мені просто потрібно займатися організацією соревновань, а не знову відстраювати трамплін. О, Захар, молодець. В прошлых видео хорошо прыгал, а теперь плохо. О, нормально. Бери. Прыгать будешь, уверенней. Я думаю, нормально, я побачил, ты схлипал пол и пить бы. Вот это побачил. Думаю, кто-то там есть чувак, да. Кричит, Леша, Винни, еще что-то. Иди. Вот это.
Он просто этот последний месяц катался каждый день на трейлах, а не в стриту. Ты на трейлах уже месяца два тренируешься. Ё-моё. А латки клей не взял? Если бы взял бы с собой латки клей, не нужно было бы ехать до дома. Так, Женя, пока. Приехал и поехал. Покажи. Покажи. Да приедешь потом. Давай, заклейся, да? Приедешь. И возьмешь с собой латки. Лёша дал Жене велосипед, чтобы он поехал домой по латке. Лёша, кто тебе тренироваться будет? Что? Кто тренироваться будет? Шо? Прыгать трамплин. Я. Yeah. Ты ж велик отдал. Да мне сейчас приеду, я буду. Снимем хау-ту, как 10-летний шреддер в колесо расклеит. Она так моя лучше. Все, давай. Он уже 11-летний шреддер. Не, 10-летний. Ну, навсегда уже. Как помочь 10-летним шреддеру? Без ключей, чтобы не пробить опять. Как 10-летний шреддер портирует колесо? Просит Мишаня, Мишаня, разбортируй колесо. Все, вклейся. Как 10-летний шреддер ищет дырку? Никак, да? Женя, какой следующий шаг в заклейке колеса? Сейчас, именно. Да иди до заправки. Да иди за заправку. А почему ты идешь на заправку? Бо нема насоса. Женя ищет легких путей, потому что он уже устал нести на заправку велосипед. Жень, так ты не дойдешь. Снимаешь заднюю и его насоса. Давай, Женек. Сейчас пробьешь, чуешь? Даже я камеру опять. Знаешь, как надо делать? Ты еще чуть-чуть, Жень, давай качайся. Задним колесом. Я предлагал Жене назад ставить камеру, забортировать и вести велосипед. Но Женя не захотел. Тут осталось идти несколько метров, Жень. Это нужно было делать еще на трейл. Ай. Тебе клеиться надо идти, Жень. Я сказал тебе, на свой нужно клеить. Что будешь делать дальше? Накачаю колес. Все, хватит. Взял это берем. Давай клей. Далее мы затираем наждачкой. Какой жесткости наждачку подбираешь? Такая дома. Еще раз. Еще немає наждачки, мы маем затерти обосвали. А зачем зубами спускать? Не можешь дать? Никто ничего не может. О! Ну куда ты мусоришь, 10-летний шреддер? Зачем мусорить? Правильно. Что делаем с мусором? Собираем. Почему? Почему мы собираем мусор обратно? Чтобы не жить в страхе. И кладем в карман. А если не мой рюкзак, то в карман. Съедать. В карман не надо. Съедать. Да, съедать. Обязательно нужно снимать эту штуку? Да, потому что латка стоит такая самая, как камера. А так пленка не дает ей нормально сделать. Правильно. Вымазать нельзя ни в коем случае. Я закрытый. Новый. Клей не нюхать, да? Обязательно понюхать. Пару хвилин и намазываем это еще. А зачем еще латку мазать? Чтобы лучше приклеить. Нет, это ничего не даст. И ждем пару хвилин. Лучше подождать, пока полностью высохнет. Подмухай. У кого есть спички? Ой. Пяткой лучше, веса больше. И все, ждем, да? Они эти холкет крем. А холкет крем где? А? Где? Что дальше делаем, что? Что вы не пили? Ее же снять, а я же с ней в день осталась. Костер по кругу. А, чего нам делать?
что-то не получается, да, Женя? Ой, я сейчас не так камеру удалила. Да, наоборот. Что? Не, наоборот. Шредер всегда сильнейший за черепашек ниндзя. А я вот тут за ней пиля на сильнейший. Что дальше, Женя? Поставить правильно камеру, да? Да. Не перекрутить еще раз. Не надо еще. Ключик и робом. Сейчас. Не, она выходит. Молодец. Что делать? Нужно убедиться, что покрышка нигде не вылазит, правильно? Да. Камера не перекрутилась. Ой, Женя, что ты робишь? Женя, ты сейчас сломаешь насос на заправке. Нельзя так делать. Я думаю, кто ломает себе насос? Аккуратно нужно. Тебе бесплатно дают качать, а ты ломаешь. Что дальше? Женя говорит, знает, кто разбил этот вылет. Да, и кто это был, Женя? Я не знаю, какие-то горники. Мы с Бадей приехали с Федорчуком и их выгнали. Что, заклеился, да? Да. Теперь кататься? Ну давай, покажи. Ты заезжаешь в контр, отвязаешь и аж тут заезжаешь. Глянь, во, десь тут. Заезжаешь и ты чуть треба заезжать десь звідси, щоб в тебе було більше часу нахилитися і вжатися в контр, так як ти вжимаєшся в трампліни. Поняв? О, помогло? Мой совет помог, Женя. Ты не долетал постоянно, потому что неправильно въезжал в контрком, а теперь ты перелетаешь. О, перелетел трансфер. Ну да. Прими, что вылетай, и в кинце переложишься туда. Не срезай угол. Е-е-е! Через переднее колесо входить в контруклон, больше скорости будет. Какое-то быдло выбросило стекло, прям там, где дети прыгают. Давай, Лёшка, ты всю серию сегодня приезжаешь, а Женя первый трамплин прыгает. Давайте, готовьтесь за соревнования. Вам стимул. Ох, блин! Ну вот такое якось покрутило. Ти почав сильно вкручувати, поняв? Що треба пампити? Що треба більший контрклон зробити вище, щоб... Більше... Щоб я не долітав! Ні, щоб вкатувати краще було, і щоб не приходилось тобі крутити, щоб тебе не розкидало, щоб ти не впав. Ох! Все... Гарно прыгнув. Все буде со временем, не розстраювайся. В 11 лет это так круто. До конца лета будешь летать нормально, как все. О, давай, давай, давай. Е-е-е-е. Сейчас у нас будет Game of Bike Street Shredder против Dirt Shredder. Давайте по одной попытке трюка и одна мулиган. Е, Женя. Буква, не пробуешь? Женя загадал трак-драйвер. Бар на фунбокс. Бар на фунбокс.